ребята ездили играть в пейнтбол. Это была чья инициатива вообще? Кто ездил, как поиграли, как настроение впечатление? Я не знаю, кто, куда вы ездили. Да, ну не все собрались, к сожалению, у кого-то там свои дела были, но очень много ребят собралось и поехали, да, это была как бы инициатива внутри команды, чтобы собраться, куда-нибудь выехать. И куда вы ездили? Здесь недалеко. В волейбол играли? Нет, пинбол. А, пинбол. Молодцы, правильно. Штрафовать не будете? Да ну куда? Я всегда люблю инициативных игроков, инициативы, чтобы исходило изнутри, не только от тренеров. От тренеров инициатива, она сложно исходила. А когда внутри, то это правильнее.